здравствуйте. Всем здравствуйте. Да, это не те молодые зеленые ребятки, что сидели здесь несколько лет назад. Это совершенно другие взрослые люди. Этот серьезный взгляд, сформировавшееся мнение. Думаю, что знаю, но может я не то знаю, что думаю. Надеюсь, что знаю правильно. Характер и харизма. Ты что испортил? Пошли нормально, ты что испортил? Все вы абсолютно разные. И в этом зале нет ни одного похожего на других. Каждый из вас чем-то особенен и значит уникален. У кого-то из вас уже есть детки. Мам, я молочка хочу. Ну иди сюда, мой хороший, иди. Очаровательный ребенок. Сколько ему? 48 месяцев. 4 года. Да. Кто-то хвалится своей личной жизнью. А это ваша мама? Жена. Мне так жаль. А мне нет. А кто-то по-прежнему всегда говорит все прямо в лицо. Здорово, дружище. Давно бросил заниматься? В смысле? Ну, разжирел. Да ладно. Но всех вас объединяет одно. Все вы выпускники, пожалуй, лучшего вуза страны. И все остальные вузы вам завидуют. Эй, брат! Почему у вас родника такая? Мы на чем так поднялись? На ремонте квартир, брат. И абсолютно не важно, кто из вас теперь стал успешным или у кого какие проблемы. Будь ты строитель, геодезист, риэлтор. Это ты там! А там это будет уже на 100 километров дальше до метро. До какого еще метро? До Близайцева, в Новосибирске, однако. Экономист, дизайнер, архитектор, выпускник пожарной безопасности. Привет, детишки! Привет, начальник пожарной охраны Билл. Мы все в полной безопасности в этом классе, верно? Верно. Неверно! Кстати, что с другой стороны этой стены? Химическая лаборатория. ВВшник. Или ТГВшник. Возьмите меня, хоть уборщицы. У нас на уборщицу конкурс. 5 человек на место. Ну, или работник Макдональдса. Не все же идут по специальности. Работник месяца. 4 раза подряд. Премия «Золотой гамбургер» 2 раза. А чего ты добился? Главное, что вы нашли время оторваться от насущных дел и прийти сюда. А это значит, что вы помните, откуда вы. И за это мы говорим вам огромное спасибо. С праздником, дорогие выпускники! Тоже найдено, не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. На порядок.